Оксана, специально речь для тебя. Длинная, как ты любишь. Как биолог и гуманитарий, я люблю длинные пространственные тексты. Я вообще в детстве Ленина мечтал быть. Понимаешь, Ленин, как может быть Ленин просто так вот? Встал и сказал, ребята, за мной, кто пойдет? Он должен сказать, почему за мной, сколько за мной, какое время за мной. Я тебе говорил, какой из меня наивущий? Меня тянет на поэзию. А тут я вижу, здравствуйте, давайте поговорим с ним, давайте поговорим с этим. Не хочу я так, я протестую, Баба-Яга против.